Раз, два, три, проверка связи. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? На связи Руслан Соловьев, город-герой Керчь. Будьте добры, те, кто сейчас слышит мой голос из теплого Крымского полуострова, пожалуйста, поставьте плюсики или другие знаки вашего внимания. Спасибо, друзья, всех приветствую. Мы с Алексеем подготовили небольшой сюрприз и хотим вам, чтобы я не только с мужской точки зрения рассказывал о бизнесе, как это было в прошлый раз, но и с мужской точки зрения рассказал вам о новинках каталога. Но, ребята, я не могу не сказать об одной очень важной вещи. Уже, наверное, все в интернете знают, но если кто-то не знает, я сейчас еще напомню о том, что в субботу свершилось историческое событие вообще в истории сетевого бизнеса в Украине и в СНГ. Впервые за один год Алексей Севрук и Наталья закрыли три суперзвания. Бриллиантовый исполнительный директор, президент и старший президент. Ребята, это невероятные вещи, и я не могу Алексея с Натальей не поздравить, потому что они такие молодцы, они делают историю. Они делают то, что вот будет просто примером для многих сотен тысяч людей, которые сейчас работают в Oriflame, которые еще будут работать. Это просто невероятнейшее такое событие. И вот мне очень понравилось, как написала Марта Свистун, что в истории был первый президент США, был первый президент Украины, но старший президент, единственный, Алексей Севрук. Поэтому, Лешечка, Наташечка, я вас от всей души, от всего сердца, от, не знаю, каждой клеточки поздравляю, потому что вы такие супер, пример, просто молодцы. Это революция, которую вы сделали, это большой подвиг на самом деле и титанический труд. Ну так вот, и сегодня я хочу поговорить с вами о том, что нам компания приготовила в этом каталоге. И поговорить, не просто перечислить какие-то там красивые картинки вам показать, а подумать, как мы можем эти продукты эффективно продавать, что у них есть такого полезного в этих продуктах, кому мы их можем предложить и на что обратить внимание в этих продуктах. Итак, готовы? Поехали. Сразу хочу сказать вот что. Компания сошла с ума. И те, кто стоит у руководства, это тоже сумасшедшие люди. В хорошем смысле слова. Потому что те подарки, те акции, которые компания делает, ну, это я не знаю, как назвать. Это потрясающе. Это великолепно. Это нечто такое неординарное. Это просто супер. Я не знаю, что компания будет дарить там в следующие разы, когда у компании будет юбилей. 20 лет в Украине, 45 лет в мире. И сегодня вот я послушал ролик Никласа Панквиста, интервью для телеканала «Украина», для телеканала «Интер» в Украине, где он говорит, что мы только на этот год в Украине выделили 100 миллионов гривен для дополнительных поощрений. Послушайте, 100 миллионов гривен только для дополнительных поощрений, а сколько же тогда для основных? Если компания за год заплатила только 183 миллиона гривен налогов, представляете, значит, какой товарооборот. И поэтому, конечно, компания делится частью этого товарооборота, поощряет нас. И вот что называется, надо быть в тренде, смотреть, что компания делает сегодня на рынке, что она предлагает нам, как своим постоянным партнерам и нашим клиентам. И вот после того, как ваши клиенты посмотрят этот каталог и вот эту вот наклеечку, да, такую ленту подарочную, я думаю, что клиентов у вас поубавится, а поприбавится ваших бизнес-партнеров, ваших консультантов, потому что любой клиент скажет, да погоди, а что-то я буду через тебя теперь покупать, я ж хочу, во-первых, вот это, туалетную воду в подарок, а во-вторых, я хочу гарантированный подарок-сюрприз получить, сделать заказ на 250 гривен. Потом я очень хочу в Швецию. Две путевки разыгрываются, и почему бы мне не поехать туда? Перехватило дух. Я хочу автомобиль. Volkswagen Polo Trendline.
Слушайте, это же замечательная такая косметичка на колесиках. Вот для женщины это ну просто исключительно. Можно туда вложить чего хочешь. Потому что, насколько я знаю, устройство женских косметичек, там всегда можно найти там ну что угодно, включая Николая II, если хорошо поискать. А здесь эта косметичка на колесиках еще побольше. Там в багажник можно положить еще на 128 помад, там, на 5 зеркалец больше. Ну, замечательная машинка, ездить там, общаться со своими клиентами по городу и так далее. И, конечно же, никакая женщина не откажется от этого. И за что компания это все дает? А просто за то, что покупаешь для себя нужные продукты. Для себя, для своей семьи. Ребят, когда такое было? И вот скажите мне, не сумасшедшая ли компания сейчас? Это нормальные люди получают на какие-то там нормальные деньги. Да? А чтобы получить ненормальные деньги, нужно быть ненормальным человеком, таким как Алексей Севрук, таким как Наташа Скоревская-Севрук. И быть таким же ненормальным руководителем, чтобы давать такие ненормальные подарки. Ребят, я рад, что я работаю в такой компании, потому что я сам в хорошем смысле тоже ненормальный. И я думаю, что нашего полку прибудет, когда вы покажете этот каталог вашим клиентам. Я просто уверен в этом. Итак, значит, с чего я начну обзор? Лето на носу. До лета осталось 2 недели. Какая всегда проблема летом? Всегда проблема летом – пыль, грязь, солнце. Кожу надо очищать, кожу надо защищать от ультрафиолета. И, конечно, мы сейчас, ну, как говорится, готовь сами летом телегу зимой, да, за эти оставшиеся 2 недели нужно подумать, а готовы ли вы, чтобы встретить лето? И ваши клиенты тоже. Есть ли у вас средства по грамотному уходу за лицом? Причем обратите внимание, что если зимой у вас кожа была более сухая, значит, к лету сухая кожа становится нормальной, нормальная кожа становится комбинированной, комбинированная становится жирной. Поэтому мы в первую очередь здесь, вот на этой картинке, делаем акцент на слева жирная кожа, справа нормальная, комбинированная. Причем мы с вами все хорошо знаем, что есть 2 продукта, которые работают как комплементарная пара. Они дополняют и усиливают действия друг друга. Их нельзя использовать по отдельности. Первый этап очищения, второй этап тонизирования. Вот зелененькие – это для жирной кожи, голубенькие – для комбинированной кожи. Поэтому мы всегда продаем в паре. Я очень часто встречал девушек, женщин, которые пользуются только одним из продуктов, либо тоником, либо очищающим средством. И я всегда рассказываю, как правильно использовать. Почему их надо продавать вдвоем, эти 2 продукта. Первый этап – очищающее средство. Открывает поры, удаляет всю на глубину пор, растворяет сальные пробки и так далее. Но при этом слегка нарушает кислотно-щелочной баланс. За счет такого легкого кислотного воздействия, за счет этого открываются поры. А тоник восстанавливает кислотно-щелочной баланс и закрывает поры. Их друг без друга использовать нельзя. Почему? Ну, представьте, что, например, использует только первый этап очищения. Открыли поры, мы ходим с открытыми порами целый день. Туда попадает пыль, грязь, бактерии и так далее и тому подобное. Плохо. Если использовать только второй этап тонизирования, то это еще хуже. Грязные, неочищенные поры мы закрываем и говорим, не знаю, с грязью не расстанутся, нам недорога как память. Вот почему эти 2 продукта нужно использовать всегда вместе. А это значит увеличение ваших продаж. Поэтому спрашивайте всегда у клиентки, у знакомой, чем ты очищаешь кожу. И рекомендуйте 2 вот этих замечательных продукта, потому что без них на самом деле обойтись в наше время уже невозможно. И вот эта серия Optimals, замечательная антиоксидантная технология, запатентованная Lingon 50 на 50, очень хорошая штука. В видеоролике и в описании об этом подробно написано, я сейчас не буду говорить. Хочу еще раз сделать акцент, что надо всегда рекомендовать 2 этих продукта. Только правильно подобрать для какого-то типа кожи. Следующая новинка – это дневной и ночной крем для сухой или чувствительной кожи. Активный кислород. Для сухой или чувствительной кожи. Здесь тоже содержится эта антиоксидантная технология Lingon 50 на 50. И вот теперь уже и для сухой кожи тоже есть эти продукты.
сухой коже же какие в основном проблемы? Кожа теряет влагу. И если кожа часто соприкасается с водой, то вода, наоборот, еще больше обезвоживает, сушит кожу. Значит, должны быть какие-то компоненты, которые бы эффективно задерживали влагу. Особенно это актуально летом. И вот если у вас или у ваших клиенток сухая кожа, то вот эти как раз увлажняющие компоненты, которые здесь содержатся, они как раз на лето и очень замечательно будут действовать. Следующий продукт, о котором я хочу вам сейчас рассказать, это замечательная серия под названием «Оазис». Гель для душа и туалетная вода. Слушайте, я вот, когда читаю описание этих продуктов, я поражаюсь, какие волшебники добрые составляют описание. Ну вот, представляете, еще немножко будет лето, жара, там, в южных регионах, там, 30-40 градусов жары, да, пыль, грязь, пот. И так хочется ощущения свежести, так хочется, чтобы что-то было такое легкое, потрясающее. И вот когда этот гель для душа «Утренний бриз» из серии «Азис» используешь, вот эти свежие нотки все, они придают ощущение свежести, особенно там, либо с утра ты проснулся, приняла душ с этим гелем, и ты заряд бодрости получила. Либо когда, например, в течение дня хочется освежиться, да, чтобы такой легкий, ненавязчивый запах был. И, ребят, послушайте описание туалетной воды. Это прям, это целая поэма. Это мастера высшей категории составляют такое описание. Окунись в свежесть прохладного летнего утра. Сочные ноты спелого мандарина и теплое дыхание свежесобранных подсолнухов мягко тают в нежности лилейника и завершаются неожиданным перечным аккордом с оттенком аромата знойной пустыни. Послушайте, это прямо, это я не знаю, это на уровне Пушкина. Вот маркетологам, которые вот это составляют, я бы памятник ставил. Смотрите, какие мягкие, гласные все идут вначале. Подсолнухов, мягко тают, нежность или лилейника. И потом такие твердые буквы «Р» завершаются неожиданным перечным аккордом с оттенком аромата знойной пустыни, чтобы не расслаблялись. Вроде так, легко, и потом раз. Я не знаю, что это за запах, я его еще не пробовал, но мне очень хочется уже его попробовать, этот запах, хотя я не женщина. Но мне хочется на ком-нибудь, чтобы уже послушать, как он пахнет, из-за одного только описания. Послушайте, если это описание выписать на листочек и просто прочитать вашим клиентам, я уверен, что просто не останется людей, которых не заинтересовало бы только из-за описания. Вот, то есть на лето свежесть, поэтому будем рекомендовать практически вот всем, кто, ну, кто ходит в душ, потому что гель для душа нужен будет всем на лето. А вот эти два продукта, это просто вот один из них особенно, это я не знаю, это бомба. Это бриллиант, знаете, в золотой оправе. Я говорю о дневном креме-флюиде для лица. Крем-флюид для лица, утренний бриз. Не буду говорить о том, что там экстракт василька, там антиоксиданты, которые дополнительно защищают, увлажняют нежную кожу. Я скажу лишь об одном. О том, что в этом дневном креме флюиде содержатся солнцезащитные фильтры со степенью защиты 35. Что это значит? Ультрафиолет вообще хорошая штука, если пользоваться грамотно. Потому что если мы не находимся на солнце, то у нас в организме не вырабатывается витамин D, и мы впадаем в депрессию. Но, как знаете, любая вещь нужно использовать грамотно, палка о двух концах. Так вот, в ультрафиолете есть ультрафиолет группы А и ультрафиолет группы Б. Одна категория ультрафиолетовых лучей проникает через эпидермис, воздействует на дерму, накапливает в коже свободные радикалы, уничтожает эластиновые и коллагеновые волокна, и кожа быстрее стареет, сушится, морщится и так далее. Вторая категория лучей
не в состоянии проникнуть через эпидермис, она воздействует только на поверхность, но при этом вызывает солнечные ожоги и образование канцерогенных соединений. Это значит, провоцирует образование раковых клеток. Поэтому от солнца надо защищаться. Вот можете записать, можете запомнить. Я думаю, что консультанты-то уж это знают наверняка. Если у девушки, у женщины или у мужчины, неважно, светлый тип кожи, это значит для него или для нее время безопасного пребывания на солнце 10-15 минут. Если темный тип кожи, то 20-25 минут. После этого в коже наступают необратимые процессы, о которых я только что говорил. Так вот, это число SPF 35 показывает, во сколько раз можно увеличить время безопасного пребывания на солнце с использованием этого солнцезащитного крема, солнцезащитного фильтра. Это значит, что 35 нужно умножить на 10 минут, и получается 350 минут. Это если вы находитесь прямо под дневными лучами солнца. Если вы заходите в помещение, выходите из помещения, то, в принципе, этой защиты хватает на весь день. При этом ощущение легкости, ощущение свежести, нет жирного блеска, все это легко впитывается. Особенно это актуально в жару и летом. Так вот, кому это все может быть полезно? Кому мы можем это предложить? Ну, первое, что приходит на ум. Тому, кто собирается в отпуск. Подумайте, есть ли среди ваших знакомых те, кто в отпуск идет летом и куда-нибудь на юга уезжает на море? Обязательно поинтересуйтесь, что берешь с собой в дорогу, чем будешь защищаться от солнца. Порекомендуйте вот этот продукт. Второе. Конечно, те, кто уже там живет, кому уже ехать не надо. Крым, Одесса, там, я не знаю, еще. Вот если консультанты наши находятся где-то в южных регионах, то в первую очередь надо с такой высокой степенью защиты. Дальше. А если живете где-нибудь там, не знаю, в Беларуси, но вы, допустим, проводите время на открытом воздухе, не знаю, дачи начинаются, да, дачники-мичуринцы. Хотя, как правило, спина подвержена воздействию солнечных лучей, потому что стоите в известной позе. Но на лицо действуют даже отраженные солнечные лучи. Поэтому дачникам тоже можно смело рекомендовать эти продукты. Вот первое, что приходит на ум. Значит, те категории, которые подвержены воздействию солнца. И мы в первую очередь думаем, как предложить вот эти продукты. А вот из этой же серии «Азис» это уже скорее такой, знаете, вечерний аромат. Он более пряный. И здесь замечательная тоже туалетная водичка. Вот хорошо, я не знаю, где бы вы ни находились, хоть в Крыму на юге, хоть в Египте на юге, хоть во французской Ривьере на юге, но очень хорошо всегда вечером сидеть где-нибудь за столиком на открытом воздухе, там попивать какое-нибудь там легкое вино или там чашечку чая или что угодно, коктейль, и смотреть, как солнышко садится на закат. И вот в такое время, когда уже жара спала и настала вечерняя прохлада, хочется таких более пряных ноток, которые более теплые были бы, согревали. Вот там легкие ноты теплой ванили, белого дерева, аромат жасмина и некоторые другие еще ароматы. И вот они как раз в такое время вечернее будут замечательно смотреться. Ну, не смотреть, как сказать, не смотреться, чувствоваться. Ну, это ж чувствуется. Ну, особенно, например, если вы поедете на банкет директоров, и вечером будет это мероприятие, то можно попробовать к соответствующему наряду вот такую капельку парфюмерной туалетной воды. Дальше. Слушайте, знаете, какая интересная штука? Я каждый год наблюдаю одну и ту же ситуацию. Если женщина идет в отпуск, ну, например, с 1 июня, то 31 мая у нее вдруг неожиданно возникает в голове мысль. Слушайте, надо же подготовиться. Надо же тело как-то подготовить. Да, я не говорю там уже про всякие целлюлитные там программы. И срочно за один день надо привести себя в порядок. Я с этим сталкиваюсь каждый год. Подавляющее большинство женщин в этом одинаковы. Редко кто начинает готовиться в марте к лету. А как правило, все откладывают на последние дни. Так вот, известный факт. Чтобы загар лучше прилипал к коже и дольше держался, и был ровный и плавный,
то, конечно, нужно перед этим специально ухаживать за кожей тела. Нужно использовать скраб, чтобы очистить от отмерших, ороговевших клеточек эпидермиса. И тогда на новые клеточки загар ложится лучше. Поэтому вот как нельзя вовремя вот этот скраб, прикосновение солнца, он как раз и обновит вам кожу, подготовит к получению стойкого равномерного загара, придаст мягкость, гладкость. Мы как-то шутили, что после применения наших кремов в Oriflame кожа у женщин становится гладкой, что они соскальзывают с постели. Простите за такую вольность. Так вот, как раз такие скрабы подготовят для того, чтобы дальнейшие какие-то процедуры делать. Ну и плюс, если еще и лосьон для тела с эффектом постепенного загара вы используете, да, то вы уже приедете на курорт куда-нибудь не бледной поганкой, а уже, ну и будете выглядеть соответствующе. Дальше. Следующая картинка и следующие два потрясающих, великолепных продуктов. Слушайте, вот каждые 5-7 лет в косметологии происходит революция. И в компании Oriflame это особенно видно, особенно заметно, потому что такие происходят вещи, такие продукты компании изготавливают с такими технологиями, о которых я впервые с ними сталкиваюсь. Я впервые увидел о том, что в этих двух дезодорантах включили натуральную пудру хлопка. Что это значит? Это значит, измельчили хлопок до такого состояния, что она стала пудрой. И вот эта пудра хлопковая, она впитывает, конечно, излишнюю влагу. Вот. То есть это настолько приятно, настолько мягко, настолько шелковисто и безвредно, что без этих двух продуктов летом обойтись просто невозможно. Ну, конечно, тут можно выбрать, кто-то любит шариковые дезодоранты, кто-то спреи, да, можно оба использовать в зависимости от потребностей. Но то, что без этих двух продуктов летом не обойтись, это однозначно. И поэтому лучше купить эти продукты тогда, когда на них скидка. Особенно если это продукты такого качества и такой потребности, такой необходимости. И тут уж, извините, дорогие женщины, любой этот продукт абсолютно будет нужен. Я уверен, что в качестве вы нисколько не пожалеете о том, что эти продукты купили. Дальше. Все у нас крутится вокруг лета. Смотрим, что дальше. А как же насчет декоративки? Так, конечно. Причем вот эти продукты тоже с маленькой хитростью. Блеск для губ Giordano Gold, да, Золотая Ривьера, это не просто краска. А это еще компонент, который ухаживает за губами. Там питательные вещества, там увлажняющие компоненты, там солнцезащитные фильтры. Потому что губы – это такая же кожа, но только там нет потовых желез, нет сальных желез, поэтому за ними надо ухаживать. И вот поэтому блески для губ, помады для губ – это не просто краска, это еще и ухаживающие средства. Если это хорошие продукты, такие как у нас в серии Giordano Gold, это косметика класса люкс. Ну и, конечно, если вы собираетесь плавать, неважно, в бассейне, на круизном теплоходе, о котором Алексей только что рассказывал, или в море, или в речке, ну или просто собираетесь, я не знаю, поплакать, или под дождик попасть, и не хотите, чтобы тушь при этом плыла, то можно использовать вот такую ультраудлиняющую водостойкую тушь для ресниц. Злоупотреблять ей я не советую. Хотя, конечно, она устроена так и такую формулу содержит, что она ухаживает еще за ресницами, обеспечивает такой бережный уход. Она не растекается, она не осыпается, до 12 часов держится. То есть на курорте это великолепное средство. Утром накрасились и целый день, хоть ты плаваешь, хоть ты там не знаю чего, а тушь держится. Плюс эта тушь еще и защищает от воздействий солнца, соли и хлора. Солнце, соли и хлора. То есть, где бы вы ни плавали, хоть в хлорированной воде бассейна, хоть в соленой воде Черного моря, то эта тушь все равно будет за ресничками, за вашими ухаживать. Ну и увлажняющий бронзирующий крем Тон с SPF 15 «Золотая Ривьера». Он тоже, он такой более темный оттенок будет придавать с эффектом сияния. У него и витамин Е содержится, и солнцезащитные фильтры со степенью 15. Это значит, что он защищает от фотостарения,
Он содержит увлажняющие компоненты, которые будут кожу увлажнять. Представляете, это не просто какое-то тональное средство, которое, ну вот, загар придало, а он еще выполняет функции дневного крема. Очень удобно. Не надо кучу баночек таскать, да, вот он вам в одном все заменит. Поэтому, если собираетесь куда-то ехать, эта штука, конечно, будет незаменима. Ну или незаменимые вот эти продукты для ваших клиенток, если клиентки поедут вот куда-то на отдых. Следующий продукт. Отдельный специальный слайд. Пробник необыкновенного парфюма. Называется Power Woman. Этот аромат был разработан вместе с Тиной Канделаки. И уже есть видеоролики, где Тина рассказывает об этом аромате. Если кто-то видел видеозапись, такой журнал Woman.ru, там брал интервью у Тины Канделаки, примерно час длилась эта беседа, и вот у нее расспрашивали, еще когда тушь только появилась. Вот у нее расспрашивали, мол, Тина, ну как же так, вы там с такими именами, вдруг Орифлейм, что же вы типа так не скопали? На что Тина сказала, что слушайте, я работаю только с теми продуктами, с теми компаниями, которые могут обеспечить супер качество. И вот вместе с Тиной специально был создан такой потрясающий аромат, его просто надо сейчас уже заранее этот пробничек приобрести, для того, чтобы всех клиенток подготовить к 8-му каталогу, когда этот продукт, когда эта туалетная вода будет запущена. И тогда начнется ажиотаж, потому что люди всегда идут на громкие имена. У нас в Орифлейме какая самая популярная туалетная вода? Дима Билан. Все идут на Диму Билана. Весь мир знает, победитель Евровидения. Тину Канделаки знает все СНГ. Я уверяю, это будет хит сезона. Поэтому лучше сейчас подготовиться и заранее собирать заказы у ваших клиенток. Давать понюхать этот запах. Причем, смотрите, лето. Я советую давать понюхать этот запах в разное время суток. И когда жарко, и когда не очень. Потому что в разное время суток этот запах будет восприниматься по-разному. У каждого человека свои собственные феромоны вырабатываются на коже. Поэтому, если этот запах пахнет на Маше, то на Кате он будет пахнуть по-другому. И запаху надо раскрыться. Поэтому нанесли клиентке на запястье этот запах и опустили руку и подождали хотя бы минут 10-15. Только после этого можно понюхать основную ноту, которая будет там уже дальше в этом аромате. Но то, что вот у вас этот рабочий инструмент должен быть, ну хотя бы для того, чтобы просто самой знать, как этот запах пахнет, это обязательно. Пробник сейчас уже есть, код запишите и заказывайте смело себе в заказ. Далее. Поговорим немножко об аксессуарах. Девушки, вы меня простите, но в аксессуарах я как слон в посудной лавке. Я только вижу, красиво это или некрасиво, когда какая-нибудь женщина с ними пройдет. Не бывает красивых или некрасивых аксессуаров. Да? Вот бывает, что они кому-то подходят, а другой бывает не подходят. Поэтому смотрите внимательно на подсказки, которые дает компания. Худай. Ну, конечно, юбилейные аксессуары. Вот это, наверное, просто на память. Вот написано 20 лет прямых продаж, 20 лет компании Oriflame в Украине. Почему я оговорился, оговорка по Фрейду. Я сейчас пью чай из исторической кружки. Такая синенькая кружечка. А на ней написано 5 лет прямых продаж в Украине. В 97-м это началось, а кружку сделали в 2002-м. Вот я просто из нее чай прихлебываю. Ну, так и говорилось. Конечно, хотя бы для истории, да, вот это нужно, ну, must to be, если говорить просто. Вот совершенно верно, Алексей говорит. Красный цвет притягивает успехи и удачу. Дальше. Вот аксессуарчики. Ребят, как всегда, вот самые ходовые аксессуары, они в ограниченном количестве. Тот молодец, кто сделал заказ еще вчера вечером. Или сегодня. Потому что вот такие штучечки, как парео, как сумочки, как очки, они долго не залеживаются. И конечно, все знают, что летом хочется тоже свежести, хочется чувства стиля, да, особенно если вы в отпуске где-то. Парео места много не занимает, кинули в эту же сумочку и ходите на пляже. Надо укрыться от солнца, накинули сверху,
Там похолодало, посвежело, нужно парео накрыть. Там вышли, там где-то по пляжу гуляете, повязали вокруг бедер, там парео, как юбочка и так далее. Но то, что эти продукты долго не задержатся, я совершенно смело могу об этом говорить, даже к гадалке не ходи. Поэтому готовь, опять же, заранее, даже если у вас отпуск в июле или в августе, то приобретайте эти продукты сейчас. Далее. Аксессуары из коллекции «Элегантный беж». Стильные, интересные украшения. Смотрите, кому что подойдет, кому что понравится. Материалы здесь, значит, набор браслетов. Сделано, ну, во-первых, мешочки из органзы, как всегда в компании, не содержит никель, это значит не темнеет, не окисляется. 7 сантиметров диаметр каждого браслета. Конечно, лучше, чтобы было стильно, в ансамбле, ожерелье элегантный беж. То же самое, такой же, ну, материал такой, бижутерный сплав, тоже не содержит никель. И клатч изысканно, просто, но со вкусом. Золотистая цепочка отстегивается, съемная ручка, это добавляет функциональность, как хотите, можете с ручкой, можете без ручки. Конечно, все знают, что компания Reflame кожаных вещей не делает, поэтому, потому что, ну, политика у нас такая, да, мы заботимся о животных, но смотрится это тоже изысканно исключительно. Ну, а для тех, кто желает своей красотой покорить, например, Италию во время средиземноморского круиза, то вот продукты из такой коллекции под названием «Утро в Милане» очень замечательно подходят. Ну, я вам скажу секрет, что шляпа «Утро в Милане», она хорошо смотрится не только в Милане. Она будет замечательно смотреться и в Киеве, и в Одессе, и в Ялте, и в Шарм-эль-Шейхе, и на Мальдивах, потому что она очень хорошо прикрывает от солнечного света, от ультрафиолета и ушки, и носик. И, в общем, будете себя хорошо и комфортно, уютно чувствовать. Поэтому тоже вещь хорошая, ловите момент, пока есть продажа. Сумочка, клатч, бронзовый гламур. И браслет, бронзовый гламур. Тоже замечательные аксессуары, дополняют ваш какой-то такой легкий имидж, легкий образ. Персиковых таких оттенков там вставки есть. И особенно хорошо это будет смотреться на загорелой коже. То есть это когда уже будете возвращаться, например, с отпуска, да, вот эти вот продукты, они вам как раз помогут. На браслете там застежка карабина, она длину может варьировать. И тоже, как обычно, никель не содержится. Клатч – это имитация кожи, как я уже говорил, магнитная защелочка. Ну, то есть, как любая женщина едет с одними аксессуарами, уезжает с другими. Вот. Ребят, вот если у вас есть такой малышонок, ну, примерно такого возраста, да? Слушайте, вот такие две, ну, просто супер замечательные продукты. Шляпочка, панамка. Конечно, любому она нужна, любому малышу. И его же тоже надо и ушки защищать, и носик, да, одевайте панамку. Зачем покупать у кого-то, у чужих людей, там, у чужих производителей, неизвестно какого качества, покупаем в компании у нас. Хотя написано, что для детей от 1 до 2 лет, но я думаю, что и там, если даже и больше чуть-чуть, то смело можно купить. А вот второй продукт, солнцезащитная шторка для автомобиля, это если вы на машине. Берете свое чадо куда-нибудь в поездку. И чтобы малыш дороги не скучал, он смотрит в окошко и наблюдает вот этих всяких подводных обитателей, морских коньков, звезд. Слушайте, он как в телевизор смотрит, и ему всегда есть чем заняться. Как будто море прямо у вас в машине. А это еще и полезно. На малыша солнце не будет светить. Особенно ведь для малышей опасно, да, воздействие ультрафиолета, их надо защищать. И там такие присосочки, к стеклу прикрепили, и там еще есть складной карман для хранения. В дороге очень удобно. И, пожалуйста, вот берите своих малышонков,
Возите, и он не будет хныкать и отвлекать ваше внимание во время пути, потому что ему всегда будет интересно рассматривать этих всяких морских обитателей. Очки. Ну, конечно, если берем очки, да, то недостаточно их просто засунуть куда-нибудь, чтобы они поцарапались. А, конечно, хорошо какой-то там футляр для очков. Вот этот футлярчик, он такой, знаете, с точки зрения эргономики мне нравится. У него нет выступающих деталей, чтобы там за что-то зацепиться, пораниться. Даже дети, вот когда будут там его таскать, то очень хорошо. Покрытие такое под бронзу, а внутри еще мягкая салфетка для ухода за очками, такого же оттеночка. Удобная в дороге штучка, там в бардачок в автомобиле бросить или в какую-то свою сумку, да, и стекла на очках у вас царапаться не будут. Вот когда мы тут с одним моим другом смотрели этот слайд, то он говорил, неправильно сфотографировали, и нужно было, конечно, кадр скадрировать, чтобы там и все остальное тоже можно было посмотреть. Но это только чисто такой маркетинговый ход. Мочалка. Конечно, мочалка нужна, и кто, как не женщины, рекламирует такие продукты. Конечно, особенно с замечательной фигурой. Но, как вы понимаете, эта мочалка, она же универсальная, подходит и мужчинам тоже. И я с удовольствием использую такой продукт, потому что она очень хорошо отшелушивает кожу. До спины трудно бывает добраться, да, кто-то пользуется, знаете, такой щеткой 30-сантиметровой, там, с ручкой, мы ее называем, такой зубной щеткой для слоненка, вот. А вот такая мочалочка, она как раз хороший такой массажный эффект окажет и удалит ороговевшие частички кожи с тех мест, куда не долезть. Поэтому те, кто любит баню или просто в душе, то, конечно, этот продукт будет очень интересный и полезный. Теперь, на что еще хочу обратить внимание? На всякие акции. И вы обращайте внимание тоже. Если человек покупает какой-то один продукт, или ну, что-то ему только одно понравилось, вы думаете, чем еще дополнить этот единственный продукт? Никогда не продавай, ну, старайтесь не продавать только один продукт. Помогайте человеку сделать выбор. Ну, например, там, как мы говорили, купил очищающее средство, обязательно надо рекомендовать тоник. Если у него есть очищение с тонизированием, а какой дневной, ночной крем он использует и так далее. Так вот давайте посмотрим, что компания предлагает сейчас, чтобы мы это всегда в уме держали. Ну, так, во-первых, вот про солнцезащитные очки, да. Покупаем их всего за 65 гривен, 65% скидки, если делаем единовременный заказ на сумму 250 гривен из этого каталога. Помните, в начале у нас акция была? Сделай единовременный заказ на 250 гривен, чтобы получить гарантированный подарок. И в таком случае и очки тоже можно купить за 65 гривен со скидкой. Обращайте внимание всех клиентов на это тоже. Если человек вот на 250 гривен там делает заказ, значит, слушай, дружище, сейчас же лето начинается. Сейчас же лето начинается, да? Значит, а как ты будешь глазки защищать? Причем нечего покупать на базаре чего-нибудь неизвестного качества. Ведь это не просто там лишь бы чего-то нацепить. Глаза – это очень важный, жизненно важный орган. Если не защищать от ультрафиолета или защищать не так, как это правильно, то просто глаза к концу дня уже от солнца будут уставать, щуриться и так далее. Важно же, какая степень защиты у этих очков. Раз. У наших очков всегда не меньше 400. Второе. Как они удобно или неудобно сидят на носу, чтобы сверху солнечные лучи не попадали вот между лбом там, да, и очками. Третье. Чтобы они были травмобезопасны. Чтобы если это стекло, например, как в других каких-то очках, случайно там что-то попало в глаз, какой-нибудь камень от проходящей машины, да, и эти осколки поранили глаза. А здесь нет, здесь такого не бывает. Плюс они легкие. Они не давят на нос. И удобно. То есть, ну, ребят, со всех сторон, если смотреть, это такая нужная вещь и для мужчины, и для женщины, и для ребенка. Полный боекомплект. Вот, пожалуйста, все. Не надо далеко бегать. Используйте свои продукты, делайте свой бизнес. Теперь дальше.
Следующий какой момент. Значит, мы говорили там очищение, тонизирование, дневное, ночное крема. Крем для век. Это же особая область вокруг глаз, кожа самая тонкая. В 5-7 раз тоньше, чем кожа на щеках. Представляете, сантиметр разницы всего лишь, а кожа тоньше, чем на щеках в 5-7 раз. Потому что там нет гиподермы, там начинается сразу глазное яблоко, и это очень уязвимая зона. А нагрузка на кожу как раз, наибольшая нагрузка как раз приходится на эту область вокруг глаз, потому что наши веки совершают несколько тысяч движений в сутки. Из этого вот провоцирует образование таких складочек вокруг глаз, которые женщины ласково называют солнечные лучики, ну или там гусиные лапки. А на самом деле никому это счастье не добавляет, и от них надо избавляться. Кроме того, бывают какие-то застойные явления, когда темные круги, мешки под глазами. И поэтому нужен, конечно, специальный крем. Так вот этот крем, невероятный эффект в обновленной формуле, он отличается тем, что он ускоряет, улучшает кровообращение. А если улучшается кровообращение, это значит, кровь быстрее доставляет питательные вещества и кислород и быстрее уводит шлаки, продукты жизнедеятельности. Это значит, естественным образом, эта опухоль, эта припухлость спадает, и темные круги рассасываются, застой крови разгоняется. Это вот первая главная причина. И, конечно, никакая женщина без крема для кожи вокруг глаз обойтись не может. Поэтому очень хороший продукт, проверенный временем, в обновленной формуле, еще более лучшие полезные свойства, и, конечно, нужно его обязательно использовать. Далее, следующее. Вот тут тоже есть интересные моменты. Основа под макияж, идеальное личико, и там еще тональная основа, йогуртовый микс. Очень мягкая кремовая формула. Она мгновенно впитывается. Она коже придает матовость и визуально уменьшает расширенные поры. Ну, то есть, это продукт, который предназначен для молодой кожи. А молодая кожа чаще всего жирная, либо комбинированная. Поэтому, чтобы скрыть жирный блеск у такой кожи, чтобы расширенные поры зрительно сделать меньше, вот как раз два продукта лучше использовать. Основу под макияж и тональную основу. Если их покупаешь вместе, то скидка 55%. Ну, вы понимаете, что без них, конечно, тоже летом трудно обойтись. Значит, сейчас одну секундочку. Что значит основа под макияж? Это значит, что она улучшает сцепление тональных средств декоративной косметики с кожей лица. Чтобы декоративка не плыла, а держалась лучше. Ну, знаете, как строители сначала стены грунтуют, да, перед шпаклевкой или перед покраской. Но точно так же здесь. Особенно это летом актуально, потому что жара, пот. Все плывет, поэтому лучше, конечно, такие вещи не одну тоналку использовать, а еще основу под макияж. Поэтому для молодых девочек, у которых может быть какие-то сложности с финансами, можно рекомендовать вот эти два продукта со скидкой 55%. Представляете? 55% скидки, если покупаешь два продукта. Один за 100% или два со скидкой 55%. Конечно, выгоднее оба продукта купить сразу. Поэтому смотрите, если молодые девчонки летом хотят правильно ухаживать за собой, и у них кожа жирная либо комбинированная, то такая вещь для них будет просто незаменима. Особенно, почему это актуально? Потому что в скорости будут всякие выпускные вечера в школах. И девчонки, конечно, захотят выглядеть соответствующим образом. Поэтому думайте сейчас заранее. Так, дальше чего у нас? Косметичка. Ну, конечно, замечательная. Штука косметички, не знаю, как и сумочки, да, сколько женщин не покупает, все равно их мало и все равно их хочется. И тут особенно актуально это предложение. Вот на этих страницах 128-129, любое средство покупаешь и плюс крем. А на этих четырех страницах как раз можно собрать всю серию по уходу за жирной кожей со скидкой. Плюс еще косметичка. Это сразу, если у, там у девушки, у женщины жирная кожа,
Слушай, вся серия со скидкой специально для тебя, еще косметичка за 17 гривен. В крайнем случае, можете сделать сами какую-то фишку. Там, покупаешь всю серию, я тебе эту косметичку подарю. Стимуляция продаж. Тоже вариант, думаете. Так, и далее какой еще момент? Опять, если девушке нужна только одна помада, то сделайте так, чтобы она захотела еще и контур купить, потому что помада без контура не работает. Это сейчас уже практически все девушки знают. Все женщины, чтобы помада не растекалась, дольше держалась и так далее, и контур губ был правильно прорисован. Помада без контура не работает. Зачем платить больше, когда можно купить два этих продукта, получить свою скидку и будет счастье? Причем можно подобрать в тон и получить скидку 65% при покупке этих двух продуктов. Ну кто откажется? Только надо сказать им об этом, да? 65% тебе скидки, если ты делаешь правильные покупки и вовремя. Помаду-то все практически покупают, вот про контур забывают иногда, поэтому как раз самое время. И вот еще что. Это уже последний слайд у нас. Это серия, которая в основном используется, ну, молодежью. Опять же, кому предлагаем и почему? Выпускные вечера скоро на носу, и в школе, и там где-то еще там студенток и так далее. И, конечно, девчонки будут там стараться как-то выглядеть соответствующе, сиять и так далее, и тому подобное. И вот блески для дизайна ногтей – замечательная штука. Конечно, многие это захотят приобрести. И кроме блесток для ногтей, еще вот что. Лак для ногтей плюс специальное покрытие. Два в одном. Это защитная основа под лак и покрытие. И как раз комплект мы смотрим. Ага, если ты будешь делать маникюр, смотри, ты можешь лак подобрать, плюс используя вот эту защитную основу. Сначала нанеси защитную основу, чтобы лак не вредил ногтевому ложу. Раз. Чтобы эта основа выравнивала поверхность ногтя. Два. И чтобы эта основа улучшала сцепление лака с ногтем, чтобы лак дольше держался. Потом наносишь лак, и потом сверху еще опять же эту защитную основу, чтобы дольше держался, там ты можешь, ну, как бы продлить время, когда у тебя этот лак лежит на ногтях. А для молодых девчонок, у которых с бюджетом какие-то сложности, это всегда актуально. Это выгодно. Смотрите, почти за полцены ты два продукта этих покупаешь. У тебя и лак будет дольше держаться, значит, ты его расходовать меньше будешь. Плюс там еще и блески тебе. Вот, пожалуйста, делай такие штуки. Итак, компания нам приготовила кучу всякого-всякого интересного и полезного. У нас всего лишь 3 недели для того, чтобы этим воспользоваться. А если хотите, чтобы наверняка у вас это все было, то делайте заказы в первые пару дней, а то и в первый день со времени, как каталог вышел. А в последнюю неделю каталога вы уже работаете с клиентами по следующему каталогу. Ну и у меня на этом все, дорогие друзья. Я вам желаю хорошего лета, успешных продаж, быть всегда успешными, красивыми, замечательными, общительными, богатыми, такими как Алексей и Наталья Севрук. Я благодарю вас за то, что вы из всех возможных в эту минуту дел выбрали время и послушали меня. С вами на связи был Руслан Соловьев, город-герой Керчь. Люблю, целую, всем успехов, красоты и до свидания.